Так вот ходишь и смотришь. Слышите глухой звук. Это значит, вполне вероятнее всего, корень дерева тоже глухой. А вот это вот, слышите, это звук камня. Вот тоже скрежет. А вот песочек. Слышно, да? Песок. Вот это камень. Это дерево. Еще раз. Камень и песок. Дерево. Ну, конечно, корни. Тут, видите, стволы стоят, корни. Вот камень. Ну, попробуем тут вот мелкие кристаллики. О. Вот и кварчик. Сейчас пока выключусь. Тут одной рукой неудобно копать. Да, где-то так надо.
Еще надо. Да, то тут мелочь такая. Камень, ножницы, бумага. Так, корень. Вот. Песочек, камень. Продолжим. Ну вот, слышите, жила-то идет, конечно. Жила идет. Но чем чреват поиск на болоте? Видите, вода проступает уже. Вода, водичка. Вот в самой жиле. А вода, вон, видите, пошла. Это что значит? Значит, летом хрен возьмешь. Только экскаватором. Быстренько раз. Зимой надо. Может, и не жило, но с вероятностью процентов 90. Это она. Вон, видите, какое месиво пошло. Какая грязь. Ну. Эх, хотелось вот этот камешек достать. Уж определиться. Воды не набралось. Попробуй. Ну вот, достал, видите, какой он красивый. Красиво грязный. Вон там камешки. Надо за топором идти. Пару камешков. Вытащил. Ну вот смотри, что там еще. Видите? Песок. Что-то. Ага. Может быть, я несколько промазал. Нет. Ну вот камень в этой стороне. Да, и здесь. Вот, конечно, жило здесь. Ну как? Работать? Сейчас попробую вот этот достать, он сверху. Вот он уже несколько оголился.
я далек от того, что тут минерализация. Потому что минерализация, как правило, внизу, в килевой части полости. Хотя, может быть, и вдоль всей жилы. Был у меня на хрустальной горке. Интересные моменты. Ну вот уже край. Край есть. Ничего не видно тут. Никакого. Никакой минерализации. Хрена не видно. Можно было и не копаться. В елке. Какая хреновина. Ну вот как и предполагалось, ничего тут интересного нет. Видите, никакой минерализации. Ничего. Ага, ну вот тут вот немного. Вот как этот камень лежал. Вот эта сторона где-то соприкасалась. Вот там и нужно вытаскивать. На халяву уже ничего здесь не получается. Да. Ну вот, в другом месте выпер еще. Но ничего не оказалось интересного. Конечно, видно, что вот кварц, видите, вот он. Шестоватый такой идет. Вон там он блестит, мелкая минерализация. То есть, конечно, что-то есть, но болото есть болото. Или экскаватором откачивать потом, или зимой долбить лед. Вот это фантомная. Вот жила так идет. Вот. И она же сюда идет, вот, в эту сторону. Вот только что я там копал. Метров 40 тут. Так что это. Экскаватором и вперед. Ну, как бывает, неожиданно выдался день. Не полный, но... Ой. Да, после дождей как сыро стало.
решил посмотреть. Просто отвести душу. Порыться, отдохнуть. Вау. Вот это ломанулось, так ломанулось. Такая машина взлетела. Гальки, наверное, собирала тут. Все птицы осени начинают. Фух. Вон еще одна. Ни хрена себе тут.